Ну, сегодня я хотел поговорить с вами, как доктор, о полезности некоторых овощей и фруктов. Важно очень кушать полезные продукты, в которых много витаминов. Растительную пищу и никакой химии. Вначале надо очень важно, чтобы микробы посторонние, как врач вам скажу, не попадали, чтобы потом у вас не было никаких операций. Сейчас я покажу, как правильно надо мыть фрукты, овощи, орехи и прочие полезные живые выращенные продукты. Включаем воду, делаем ее достаточно теплой, но не горячей, чтобы витамины, как доктор говорил, вам сошли от ответственности и не погибли в кипятке. Теперь сразу все вместе кладем их все вместе, потому что чтобы они победили флору, они нехорошую, а выжили и дали расти вам в кишечнике. Кладем все вместе сразу. И как следует моем. Вот. А потом полоскаем. Включаем воду побольше и поменьше. Побольше, поменьше, побольше, поменьше. Вот. Ну вот теперь вся химия помылась, вымылась, удалилась, и осталась одна польза. Приятного аппетита вам скажу потом. Потом, бай-бай.